Всем привет! Сегодня сделаем креативную штуковину из обычной терки. Погнали! После того, как просверлили отверстие, сделали чуть шире, теперь очень важно убрать все заусенцы, чтобы не пораниться. С этой стороны убираем всю эту шершавость, чтобы опять же не пораниться. Ну вот такая вот штука получилась, креативная подставка для карандашей цветных ребенку, будет полезна каждому. Нижняя ребренность, которая с той стороны, служит для того, чтобы карандаш ровно стоял, не скользил и не падал. Стержень втыкается и стоит.
Ну а на этом я закончу. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. До скорых встреч.